Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Знаешь ли ты, кто тебя возлюбил?
болит, может оно и как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь твой Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь твой Христос. Знаешь ли ты, что Христос любит всех? Он победил окончательно грех. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь твой Христос. Ты не забудь, прогони с сердца страх. Вот ты живешь, завтра нет тебя прах. Только душа пусть надеждой живет. О, как хочется снять ей тяжелый свой гнет. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь твой Спаситель Христос. Сердце твое пусть не молчит, может оно и как сталь, как гранит. Вспомни, как он на руках тебя нес, он и теперь твой Христос.